Сегодня мы провели первый женский клуб «Селенза Клаб». Это клуб для женщин, где мы обсуждаем темы, которые обычно не принято обсуждать. Мы говорим откровенно о сокровенном. Очень надеемся, что наш клуб принесет новую энергию, даст новые эмоции. Самое важное в жизни каждого человека, но особенно в жизни женщины, это найти свою уникальность. У вас обязательно, у каждой из вас есть какое-то качество, которое отличает вас от других. Я очень советую и с утра приводить себя в порядок, пока он видит. Это очень круто. Пусть он видит у вас вот эти все баночки. Для мужиков это вообще кайф. Если мы хотим быть довольными своим телом постоянно, каждый день, и независимо от того, какое событие, там, да, там, не похудеть там к лету на 2 килограмма или еще что-то, то над своим питанием, конечно, нужно работать постоянно. Правильное питание – это в первую очередь здоровье. Это не какая-то краткосрочная диета, что вот сейчас мы немножко посидим, и потом можно будет снова опуститься во все тяжкие. Мне кажется, в первую очередь нужно начать иронизировать над собой. У нас миллион всяких штук в голове, которые очень сложно изменить. Но мы можем в один день начать просто легче относиться к себе. Ни в коем случае нельзя втягивать детей в свои конфликты. Ну, то есть, например, мама втягивает с собой дочь, рассказывая, да, мужу, какой он плохой, что он должен сделать и так далее. И ребенок это все стоит и наблюдает. Это не должно быть целью «я хочу стать интересной», да. Но когда вы начинаете чем-то заниматься, с вами действительно интересно. Многие клиентки, которые приходят ко мне на консультацию, говорят, что мне не ложится тональный крем, он там плохо растушевывается. Вы знаете, как правило, это неправильно подобранный крем, плюс ко всему это неподготовленная кожа для нанесения как бы этого продукта. Когда вы выбираете тон в магазине, многие очень пробуют на руке. Пожалуйста, не делайте этого, потому что вы не попадете, скорее всего, в пигменты. Я очень уверена, что счастье, оно вообще никак не связано с внешними факторами. Мы тратим очень много времени в своей жизни, организовывая какие-то внешние факторы. Мы можем повлиять на жизнь вокруг, но жизнь вокруг не может повлиять на нас. Селенза. Усе пусте. Є тільки ти.